Вас на канале Акибай. В данном видео мы расскажем про разновидности ключей зажигания Mercedes. Ключи зажигания Mercedes бывают трех видов. Это невыкидные ключи зажигания без кнопок, выкидные ключи зажигания с кнопками и смарт-ключи зажигания. Вот это вот первый вид ключей. Это ключи с чипом, но без кнопок. Они не выкидные. Самыми распространенными лезвиями ключей являются YM15. Это вот это лезвие ключа, оно идет на Mercedes Sprinter, Vito и на грузовые машины Mercedes. Этот профиль лезвия ключа называется HU39. Это старый профиль лезвия ключа, который шел до 2000-х годов. И вот этот профиль лезвия HU64. Самое распространенное лезвие ключа зажигания Mercedes, оно идет также на все свежие Mercedes. После невыкидных ключей зажигания Mercedes пошли выкидные. Это 95-й год. Ключики бывают на одну кнопку, на две, на три и на четыре клавиши. Ключик на одну кнопку шел на такие модели, как 210-й Mercedes, 202-й и 140-й Mercedes. Ключик на две клавиши шел на Sprinter, Vito, также на A-класс. И выкидной ключик на три кнопки шел на ML-ку и на 140-й кузов. После выкидных ключей зажигания пошли смарт-ключи зажигания. Они бывают четырех поколений. С 1997 года пошел вот такого вида ключик. Это большая рыбка первого поколения. Он шел с 1997 по 2001 год на 202 и 210 кузова. В 2001 году пошло второе поколение ключей зажигания Mercedes. Это маленькая рыбка, вот такой вот формы. Оно шло примерно до 2006 года. На некоторой модели оно шло и дальше. С 2005 года пошли смарт-ключи зажигания третьего поколения. Они отличаются от второго размерами и хромом по краям. Ключи зажигания на Mercedes, они бывает для американского рынка и для европейского. Если машина американка, то у него будет обязательно клавиша паник. Это касается также и выкидных ключей зажигания, и всех смарт-ключей зажигания. С 2009 года на Mercedes пошло четвертое поколение ключей зажигания. Это смарт-ключ на три клавиши с разделенными кнопками. Отличие от третьего поколения именно в форме. Во всех ключах Mercedes, кроме четвертого поколения, используются две батарейки CR2025. А уже в четвертом поколении рыбки используется одна батарейка CR2025. На Mercedes Sprinter шел свой ключ зажигания без хрома. Тоже рыбка четвертого поколения. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Mercedes, то вы можете обращаться в компанию Akibai. Мы вам сможем поменять корпус ключа, отремонтировать ваш старый ключ, изготовить дубликат ключа зажигания и помочь вам при полной утере всех ключей на вашу машину.